Всем привет! Продолжаю постройку своего электродвухмоторного велочопера. И логично было бы перейти к заднему мотору, но нет, в этом видео надо доделать раму. Меня спрашивают, а какой же это чоппер? Ведь чоппер же он у нас как бы длинный, и посадка у него такая, что водитель сидит ногами вперед. Да, действительно, это именно он и будет. В этом видео мы сделаем раму именно для велочоппера. Она станет слегка удлиненной. Этот безобразный маятник я отсюда выброшу, поставлю нормальный усиленный. Ну, потому что такой маятник, которого просто здесь он, наверное, выгнет крепление, и он совсем слабенький, маятник будет поэтому усиленный. Как же называться-то будет эта рама? Я не силен в английском. Короче, рама будет то ли long trip, то ли long strip, что-то такое. Это когда есть вынос каретки, но каретка находится на одном шарнире с маятником. То есть человек сидит вперед ногами, и у него есть амортизатор. А каретка чуть-чуть вынесена вперед. Начинаем мы с маятника. Этот маятник не годится, поэтому мною приобретен вот такой вот донор. Ну, это не весь донор, это его задний маятник, который уже ходил под электромотором. Здесь нормальная толщина перьев. Это этот усилитель дропаута, ему варили. То есть эта штука, она не сломается. Под редукторным мотором есть здесь крепление под тормозную машинку. Маятник в таком виде мне не потребен. Еще раз говорю, у меня будет вынос каретки. Некоторых технических доработок он требует. И вот если его приложить, он несколько длиннее. Соответственно, все это надо доработать и внедрить в мою раму. Работу ее снять трудно. Она заключается в том, что все это выставил в специальный стапель деревянный. На присрачках собрал, все померил, все оно работает. И вот сейчас занимаюсь тем, что все там подчищаю, подвариваю и буду теперь доделывать маятник. То есть здесь у меня будет вынос каретки, здесь будет крепление амортизатора регулируемого, ну и так далее. Так вся эта конструкция пока выглядит. Это у меня кондуктор. На 14 сантиметров уведена сюда каретка. И еще для того, чтобы это все прихватить, выставить, мне потребуется сейчас ведущая звездочка и цепь. Вообще, ну я немного поумничаю, я считаю, что этому агрегату педали нужны поскольку-постольку, потому что с двумя этими моторами не так будет хорошо ездить, но пусть лучше они будут. Вот получается такая ходовая. После долгих моих мутарств я уже не утерпелся, на ней тут проехался из горочки. Тормозов у меня нету, сидений нету, потому что нужно думать, куда его выставлять. Ну и, соответственно, руль я сделаю, ну как на чоппере такой высокий. Что вам могу сказать? Она рулится, она управляется, на педалях едет, ничего, тьфу-тьфу-тьфу, нигде не разваливается. Амортизатор работает, педали интересно сделаны. Вот, какие-то швы я уже начал проваривать, какие-то еще на прихватках. Вот на прихватках она не развалилась, эта конструкция. Я тут у себя по двору на этой конструкции, на ходовой. Нормально, на рулице управляется, мягенько все. Рама будет выглядеть так. Единственное, руль я сейчас сделаю чуть повыше. Сиденье уйдет пониже. Моторы в раме. Тестил их, все вращается. Далее я буду переходить уже к монтажу электроники, делать аккумуляторы и вот переходить потихоньку к первым выездам. Ну, раму, естественно, покрашу, зачищу. Все это будет красиво. Педали тоже будут другие, они будут покороче. Вот как-то так. Кому интересно, оставайтесь, следите за проектом. Всем удачи, всем пока.